главный джиголов, основатель клуба джиголов. Основатель клуба джиголов. Официально вручаем нашему... От нашей команды, любимому тренеру. Хоть он нас вчера и подвел, самый ответственный момент вечером не приехал. Ты сам говоришь, Купинин. Он уже выиграл 2 соревнования. От кандидатов в мастера спорта. Да, и я думаю, он и не раз выиграет еще в твоих руках. Да. Ух ты, ты пользуешься. Все, красивые вообще. А давайте вас всех вместе сфоткаем. А мы не фоткаемся, не надо. Тут такие снасти, пока я отсутствовал, появились новые. Про этот я вообще молчу, спиннинг. Очень молчи, да. Это вообще, а катушка... Катушка крутая, блин. Биомастер, ну вообще. Вот заброс спиннингом Шимана ручной сборки. Катушка Шимана Биомастер. Тут, блин, не знаешь, на кого смотреть, у каждого круче. Вот так вот КМС тренируется перед соревнованиями. Покажи бейсболку, наклони голову. О, уже пал. Он уже одной ногой в пале. А там же главное, чтобы бейсболка была, остальное бейсболка. Да, да, да. Вот сразу поклевка. Ручной. На Шимана, да, он рисовал клин. Вот он на Шимана. Сама не сойдет, Диана. Отпускай ее, пусть растет. Да, ну смотри, этот плавает, лево, вправо. Выживет еще. Уйдет, и мы туда встанем. Так вы вот сейчас выключу камеру, сейчас отпустишь. Опа, пошла. Привязана. Вот так прямо на брюно да? Приманка привязана. Первый заброс с новым спиннингом. Что-то офсет что любишь? Да, только офсет. Ты не размахивайся рядом со мной. Да, чуйка тут капец. У меня так никогда кончик не гнулся. Ты под левую, да, руку? Да. Хотел, мы, видишь, мы все под как левую. Женька. А, ну и ты так же, да? Я тоже под левую. Ну, как в правый держишь. Там мелко, да, дальше? Куда кину? А вот только берега. Сейчас начал отбивать. От берега веди. Вот щучка опять. Да. Вот сама пошла, даже не надо ее. Это прикинь, вот второй раз дал так у меня. Один раз прикинь. А похоже, еще ни одну рыбу не вытащил в лодку. Уже. Да, вы, я просто ее. Я же не собираюсь вытаскивать такую мелочь. Не, ну понятно. Не, вообще не говорю. Вот на новый спиннинг. Первая рыбка. Спиннинг. Я за тебя заведу, Жень. Ладно, ебать, тащи. Женя, тебя где мандулы? Они там мелкие. Ну не знаю, течение помогает ей. Это судак вообще-то. Нет, щучка хорошая. Давай подсакаем только тебя. Вон, видишь какая? Да пусть я покайфую с новым спиннингом. Мы же не за рыбы. Подними. Хорошая, смотри. О, неплохая. О, видишь? А ты не хотел ехать сюда. Тренер, видишь, приехал сразу. Да. Сразу поймал, да? Вот, а я думал, уже тренерские способности потерял свои. Ну что, я долго буду ее держать? А нет, подсак уже? Команда моя, где подсак? Ой, извините. Красивая, красивая. О, он у тебя сложен еще. У меня такой же, кстати. Вот я такой же купил. А ты кто же? Два этих потерял? Блин? Ну, этот теперь не потеряю. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. О! Хоть большую щуку вам поймал. Че, дырка там у тебя в сачке? Нет, это рыба мало. Ваш пацан для большой рыбы. О! Такую видели за два дня? А? Ловите на мелике. Куда ее положить? Да, ты ее по башке. Или отпусти. А? Не, мне теща пообещала. Да? Да она попросила там, реально. Там только тянет. Она в этом. Где? Одесса, так уйдем. Вот. Вот здесь уже. Вот. Сейчас. Она хорошо зацепилась. И да якорь, да, порабатывай. А что, че, мелкий? Ну, надо было наебать же вас. Ну, а так, блядь, гнала. Да, гнала. Снимаем, снимаем. Не материмся. Сачок нужен? Я думаю... Это судак.
Судак. А окунь. Хороший окунь. Хороший окунь, да? На уху возьмем, да? Кто бы нам бы уху перезал? Айка. Да. Рыба. Бля, хороший что-то. Серёги, рыба. Да. Да, у него прям были. Хорошая что-то. Давай, спасёк. Смотри, тянь. Дай судак, по-моему. Да. Нет, не бьется, как еще. О, поперек. Забагрел. Как всегда. И малку, меньку вообще. Нормально, смотри. Бери сачок, вот. Ну что ты рыбу пугаешь? А, сайка не уйдет. Тихо, мультпинг сидят. Овсед, есть овсед. А вот он, и вот тебе и ну, овсед. Он знает, где открываться. Тогда, да? Да. Ну все, спиннинг испытали. Спиннинг испытали. Паловский. Да, этот? Паловский ты наш.